В Якутске чествовали ветеранов боевых действий и локальных войн. Героями торжества стали 30 человек, которые защищали страну в разные периоды ее истории. Они получили благодарственные письма от правительства, республики, администрации, города за мужество и отвагу. Ветераны, принимавшие участие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе и других горячих точках, получили медали. Сегодня в республике активно работают общественные организации ветеранов военных действий, которые делают вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Важность и актуальность таких мероприятий отметили и сами герои встречи. Я призывался в 98 году, и в 99 я попал на Северный Кавказ срочником. А так я служил в Бурятии, потом вот в 99 нас командование полк полностью отправили на Северный Кавказ. И в 99 я получил ранение и 4 месяца по госпиталям лечился. И домой приехал в 2000 году.